Сейчас не будет никаких фокусов, я просто расскажу историю о трех картах. Одна из них — это король пик, пять червей и джокер. Пять червей — это самая зерная карта с этой троицы. Если ее взять, она сейчас в середине, и просто щелкнуть пальцами, то она уже буквально переместится вверх. То есть вообще зерная совершенно не сидит на месте. И точно так же она может вернуться в свое положение изначальное. Король пик не менее странная, если честно говоря, карта. Если ее, допустим, взять и куда-нибудь убрать, ну, допустим, сюда, то у нас останется джокер и пять червей, но король пик, я уже говорил, что она странная, она боится одиночества. Просто если взять, то король пик у нас уже будет тут, а тут у нас пять червей. Вот джокер, мы прям уже на конце фокуса, джокер — это вообще супер странная карта, потому что если ее перевернуть, то все будет вверх дном. Что я имею в виду? Если мы возьмем карту, тут карты у нас уже перемешались, и самое интересное, что король пик, пять червей тут остается, но достаточно щелкнуть пальцами, и тут две пятерки черви, и тут тоже у нас пятерка черви. Просто три пятерки черви. Согласитесь, странно. Пишите в комментариях, что вы думаете. Также я лайкаю какие-то комментарии хорошие. Всем пока!